Сделал заказ в магазине «Страна парфюма». Вот что переписка у нас была. Я оплатил 18 тысяч двумя частями. Оплата пошла. Меня интересовали именно наборы «Гермес». Вот такие. «Муссон». Для «Муссон». Я переписывался с Викторией. Именно написал. Виктория, точно это такие наборы? Она написала, да, точно. Писал, окей, спасибо. Вот номер накладной. Все пришло. Теперь смотрим. Вот этот. Вот посылка. Она запечатана полностью. Со всех сторон я ее снимаю. Только получил на почте. Как бы вопросов нет. Меня интересует именно, чтобы это были те наборы, которые я заказывал. Вот сейчас я ее под запись вскрываю. И мы смотрим, те эти наборы или не те. Порезал накладную. Ничего страшного. Надеюсь, что это то, что я заказывал. Туда вообще вопросов никаких не будет. Вот наборы. Смотрим. Да? Вот что мне положили. Офигеть. Все, что можно, но только не то, что нужно. Вот как бы вот этого я и боялся. Дешевая подделка. 18 тысяч. Вот, на 18 тысяч. Видите? «Страна парфюма», Виктория. Даже Хермеса нету ни одного. Смотрите, качество, даже без этой. Вот так вот я встрял. Круто.